Ребят, всем привет! 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 Сегодня будем распаковывать подарки от наших китайских подписчиков. И мы приступаем? Да! Давайте, сегодня у нас две коробочки. Начнем. Разыгрываем, разыгрываем. Кто же будет? Ножницы, бумага и бутылка лимонада. Раз, два, три. Опа, Полюша. Ух. Раз, два, три. Воздух. Так. Еще воздух. Какой-то... Нет, это мешочек. Что это такое? Это печенье. Шоколадные чипсы. Нету. Шоколад чипс. У-ху! Пробуем. Давай. А что это такое? Вы... Шоколада. Вы, кстати, не забывайте говорить по-китайски. Потому что... Это правда, это печенье. Папа, я так и знала. Пробуй. Окей. Дети, попробовали бананас? Ммм, как сладко. Правда, так вкусно. Там шоколада много. Thank you, guys. Вкусно. Thank you. And we don't know who is sent this. Мне очень понравилось. Баба, спасибо, хорошо. Спасибо. Там и ножницы, бумага, и бутылка лимонада. Раз, два, три. Вот так вот. Не повезло тебе. Два раза. Неправильно. Два раза открывает. Тоже там что-то. Газета, нет? Газета! Давай начнем с коробочки. Так, начинаем с одной коробочки. Достаем что-нибудь. Короче, здесь, смотрите, очень много всего. Кать, загляни. Здесь я снимал. Я нашла какое-то зеркало. Да, зеркало. Начинаем разбирать. Здесь такой блокнот. Это поле что? Тетрадка, да? Да. Тетрадка. А тут сейчас линейку. Мы открываем вот это. О, какой-то финал красивый. Ручка с фонариком. Угу. Тянешь за веревочку, лампочка загорается. И что это у нас? Ручка, карандаш. Сейчас посмотрим. Что это? Это может, гелевая ручка. Оля, я поняла. Это если что-то написал неправильно, то это можно приклеить. О, светик, светик. Вот, смотри, таким образом наносится вот такой вот красивейший орнамент. Все, все работает. Окей. Прикольная штучка. Отложим. В общем, небольшой обзор. Здесь ручки, пеналы. И все, еще пенал. Красивые пеналы. Оля, у тебя уже есть такая ручка, так что вот, можно смотрите, мне это. Какая киска миленькая. Не кончи, мао, хо-хо-кан. Я две возьму, у тебя будет. Так, пошло дерешь, дерешь пошло. Нет, это не дерешь называется. А как, грабеж? Нет. Грабеж, может, будет? Нет. Успеваешь? Да. Давай. Это наглое такое. Извини, мне надо успевать все это с этой нахалкой. Так, открываем. Маленькие-маленькие коробочки открываем. О, Ника, смотри. Золото? Давай Ника. Откроем это. Это золото, Ника? Да, смотри. Поль, посмотри сюда. Чуть-чуть, что красиво. Вау, ежуля какой. Си-си, что-то... Два карандаша. Нас позаботились, у нас новые резинки. Прикольно, да? Девчонкам всякую мелочеву прислали. И прищепочки очень красивые голубые. И мои стиралки. Это все мое, у тебя есть. Это носки. И носочки. So cute, so cute. Ладно, я попробую. Показываю. Thank you. На улице очень холодно, у нас тоже позаботились. Ты потрогай его. А что с ним случилось? Сейчас он сядет. Это земля. А зачем? О, это можно посадить, да, посмотрите. Это можно что-то посадить. И тут вот ростки маленькие, смотри. Это земля, а это какие-то ростки. Прикольные носочки. Какие-то монстрички такие. Без зубы. У меня розовые будут. Тепленькие. Как раз холодно стало. Да. В Китае очень холодно, в России тоже очень холодно.
И мы одеваемся очень тепло. Тепло, да? Это, наверное, массаж для рук, вот этот пупуся. Все, я оделась. Пупуся, вот он твой. О, а это что-то интересное вырезано из бумаги. Здесь что-то написано. Happy birthday. О, Ника, это для тебя, наверное. Правда? У тебя же скоро день рождения. Это что? Это наклейки. Мишка, смотри, какой Чикаши. Чикаши. Что это? Наклейки. Вот такой. Ой, какой хорошенький. Он наступает на цыпленка. Чикаши. Нет, я не знаю. Чикаши Боб уже дал. Чикаши фаншута. Ну-ка, фаншута. Это что такое? Наклейки. Наклейки. Окей. This present from Кэсин. Можешь по-русски еще, да? Этот подарок подарил нам Кэсин. Кэсин, он написал. Wish your family happy all the time. From Кэсин. Thank you, Кэсин. Thank you so much. Ну все, ребята, на этом распаковка закончена. Я очень доволен подарками. Я думаю, что девочки не менее довольны. Мы очень довольны. Смотрите, какие заколочки красивые, какие много, наклейки. Да, красивые. Много мелких всяких, смотри, каких-то кошек, таких интересных резинка, вещей. Вот смотри, как раз, какая яблочная. Да, это как раз вот для девок. У нас на канале 7200, нормально. А это для вот, меня в общем, девчонкам впору была вот именно данная распаковка, потому что много-много мелких приколюх. И на этом, наверное, завершаем, да? Давайте, говорите, ребята, пока. Да? Говорите пока. Всем пока! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите в комментарии. Всем пока! Кривляки, да? Пока! Все, ребята, всем пока!